Жизнь – это усилие во времени. То есть время – это такая вещь, что нужно совершать усилия, чтобы оставаться живым. Философы говорят, что жизнь в каждое мгновение переплетена со смертью. Смерть не наступает после жизни. Она участвует в самой жизни. А мы ведь являемся в действительности только и только желающими существами. И одно, кстати, одно из самых больших желаний – это желание жить. Но жить в смысле каком? Жить, чувствовать себя живым. У жизни нет ценности вне ее самой. Она сама ценность в этом смысле. Здравствуйте, я очень рад быть здесь. 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 Здравствуйте, я. 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 Я Шура. Я Света. Я Наташа. Я Маша. Я Лера. Я Ева. Я Кристина. Я Ира. Я Алиса. Я Петр. Я Никита. Я Кирилл. Я Вова. Я Люба. Я Настя. Я Женя. Я Глеб. Я Наташа. Я Вася. Я Лиза. Я Толик. Я Борис. Я Дима. Я Кирилл. Я Николай. Я Илья. Я Антон. Я Нина. Я Глеб. Я Стася. Я Ваня. Я Аня. Я Милена. Я Ксюша. Я Соня. Я Семен. Я Илья. Я Миша. Я Вова. Я Вера. Я Марина. Я Соня. Я Милена. Я Даша. Я Аня. Я Аня. Я Лера. Я Лина. Я Миша. Я Олаф. Я Ярослав. Я Ваня. Я Вера. О. О. О.
карта в шестером? В пятером. В пятером. И оба бросали монеты. И вы не поверите, каждый раз выпадал орел. Уже 76. 76 раз. О, нервотрепка. О, или везение. Орел. Менее закаленного человека это могло бы подвигнуть на пересмотр всей его веры. По крайней мере, в смысле теории вероятности. Скучновато малость. А? Скучновато? А как насчет нервотрепки? Нервотрепки? Твоя беззаботность просто изумительна. Дай руку. Мы играем в орлянку уже не в первый же раз, мы бросаем монеты. Довольно давно, сколько я помню. То есть сколько? Забыл. Стой, 78 раз. Да? Ну, я полагаю, кое-чем надо обладать, чтобы такой результат. Ты так полагаешь? И это все? И никакого страха? Страха? Да, страха. Такая, знаешь, щелка, сквозь которую мозги заливают светом. О! Орел. Мы сели втроем подавленные. Я взял первую монету, подбросил ее, поймал, переложил. Орел. Я взял вторую монету, подбросил ее правой рукой, поймал правой рукой, положил на запястье левой. И что вы думаете? Там снова орел. Я взял третью монету, подбросил ее левой рукой, поймал левый, положил на тыльную сторону запястья правой, потом подкинул ее под правой ногой, перевернул, положил ее на макушку, и не поверите. Боюсь, сегодня не твой день. Боюсь, что как раз мой. Должно же это означать что-нибудь еще, кроме перераспределения капитала. Список возможных объяснений. Первое. Я сам хочу этого. На дне своего подсознания я играю в орлянку против самого себя, используя монетки без решки, во искупление своего невспоминаемого прошлого. Второе. Время остановилось намертво. И поэтому выпавший в тот момент орел повторяется уже 83-й раз. Но в целом сомнительно. Третье. Божественное вмешательство. Иными словами, благоволение свыше, неспосланное ему, СМ притча о детях Израилевых, или же кара свыше, неспосланная мне, СМ притча о жене Лота. Четвертое. Эффектное подтверждение принципа, согласно которому каждая отдельная монета, подброшенная в отдельности, с той же вероятностью упадет как орлом, так и решкой, а поэтому нет необходимости удивляться в каждую отдельную минуту времени, что это происходит. Никогда не видел ничего подобного. Ты счастлив? Что? Доволен? Да, думаю, что да. Что ты намереваешься сейчас делать? Не знаю, а ты? У меня нет намерений времени. Никаких. Значит, это был гонец. Посланец, это точно. За нами послали. И больше ничего не случилось. Но 88 монет, подброшенных одна за другой, упали 88 раз орлом. И на ветру этого безветренного дня я слышу звуки барабана и флейта. Значит, за нами послали. Да. Мы путешествуем? Точно, да. Ужасно, если это было что-то срочное, и мы опоздали. Опоздали? Но куда? Откуда я знаю? Мы же еще не там. Тогда что мы делаем тут, спрашиваю я себя, в самом деле? Я думаю, надо двигаться. Несомненно. Правильно, лучше двигаться. Точно. Куда? Вперед. В какую сторону? С какой стороны мы пришли? Стоп, давай все по порядку. Пробуждение, какой-то тип барабанит в ставни. Нас окликают по имени, письмо, приказ. Никто не встречает. Мы покинуты, чтобы самим выбрать путь. И есть какое-то направление. Надо подумать. Слушай. Я слышу. Ну? Я слышу. Это музыка? Публика, не двигайтесь. Превосходно, чудно. Хорошо, что мы подвернулись. Для нас? Будем надеяться, что так.
Однако встретить двух джентльменов на дороге. Впрочем, нельзя же встретить вне дороги. Во всяком случае, мы встретились, и как раз вовремя. В каком смысле? Видите ли, мы, так сказать, оржавели. Вы встретились с нами в момент нашего упадка. Бродячие акробаты, так что ли? Можно покурыкаться, если это вам по вкусу, и поскольку примерно таковы. Вообще, чего не сделаешь за пару звонки, даже в одной монете, и то музыка. Трагики к вашим услугам. Мое имя Гильденстерн, а Розенкранц — это я. Виноват. Его имя Розенкранц, а Гильденстерн — это я. Виноват. Мое имя Гильденстерн, а Розенкранц — это он. Превосходно. Хотите сыграть? Сыграть. Пари. Год моего рождения умножить на 2 дает нечетное число. Ваше рождение. Не веришь — не надо. А вы мне верите? Тогда пари. Год моего рождения. Идет. Нечетное ты выигрываешь. Ладно. Отлично. Год твоего рождения умножаем на 2. Нечетное ты выигрываешь, четное проигрываешь. У нас нет денег. Вот как. А что у вас есть? И это все? Это лучшее, что у нас есть. Тогда времена и впрямь длинные. Знаете вы хоть одну пристойную пьесу? Пьесу? Представление. Мне показалось, вы называете себя актерами. О, да, да, конечно, мы актеры. Именно, да. Ну, знаете, когда спрос так невелик. Но ты проиграл, нет? Сейчас, может, что-нибудь изобразил. 38-й. Номер сцены? С. Одна из ваших позиций. Нет, сэр. Ах, нет. Выходы там и там. Разве ты не пойдешь надевать свой костюм? А я его никогда не снимаю, сэр. Всегда в роли? Так точно. И когда же твой выход на сцену? А я уже здесь. Но если уже, почему не начинается? Уже началось. По-моему, еще ничего не началось. Ладно, мы пошли. Я дам вам знак. Пошли. Ага, все в одной лодке. На выход. Где это мы? В плавании. То есть мы еще не приплыли. Что вы здесь делаете? Путешествуем. Отлично, а теперь встаньте на задний план. Пока что вы выбрались из этой истории отлично. А вы? Пали в немилость. Пьеса, во всяком случае, была неплоха. А, нам же не дали ничего сделать. Прервали, когда действительно становилось интересно. А ведь мы и так урезали текст до 3 сцен. Что вы там делали? Прятались. Примчались сюда, в чем были? Безбилетники. Естественно, нам не заплатили, по слегка независящим от нас причинам. Жизнь — игра азартная, с ничтожными шансами. Будь она пари, никто бы не принял. Вы знали, что каждое число, помноженное на 2, дает четное? Неужели? Век живи, век учись. На собственной шкуре. Но мы — актеры. Мы учимся и учимся. А знаете, что происходит со старым актером? Нет. Что? Ничего, продолжает паясничать. Странно, а? Что странно? Видеть нас. Я знала, что это не конец. Естественно, пока еще ни одного трупа. Что вы об этом всем теперь думаете? Мы не слишком в курсе. Конечно, это не тюрьма, никаких ограничений не установлено, никаких запретов. Мы можем дышать, можем отдыхать, можем делать и говорить, что хотим, и кому хотим, без ограничений. Конечно, в известных пределах. Именно в известных. Да, и чем же это все кончится для нас? Что же нам теперь делать? Это... Опять отсрочка. Отсрочка чего? Солнце садится. Скоро ночь. Мы заехали слишком далеко. Теперь только сила инерции управляет нами. И мы двигаемся в сторону вечности, не рассчитывая ни на отсрочку, ни на объяснение. Будь доволен. Стоит ли выживать, если не можешь быть просто довольным? Все будет в порядке. Просто продолжаем плыть, и все. Плыть куда? Сам знаешь. Это же тупик. И вообще никогда в это не верил. Нам нужно только отдать письмо, и все, точка.
Я не верю. Берег, гавань. Как ты себе это представляешь? Я не верю в это! Да, звучит не слишком правдоподобно. И столкнись мы с ним нос к носу. Что мы ему скажем? Мы скажем, мы прибыли. Кто вы такие? Мы Резенстерн и Гильденкранц. Который? Что вам нужно? А, мы сопровождали Гамлета, но... Я никак не пойму, кто эти люди и что им от меня нужно. Являйтесь не пойми откуда со своими идиотскими историями. У нас письмо. Письмо? Да, это уже что-то. Это правда. Немедля до 600 доли секунды по прочтении письма податели его вам Розенкранц и Гильденстерна тотчас обезглавить. Где была ошибка, так это когда мы сели на корабль. Конечно, здесь можно передвигаться, менять направление, крутиться на месте, но все это не влияет на ту главную силу, которая неотвратима, как ветер или течение несет нас. Они охотились за нами, а? С самого начала. Но почему? Неужто все только ради этого? Неужто весь этот балаган сводится только к нашим маленьким смертям? Кто мы такие? Вы Розенкранц Гильденстерн. Этого достаточно. Нет, этого недостаточно. Не иметь никакой информации и такой конец, и даже сейчас не получить объяснений. Ну, наш опыт подсказывает, что все кончается смертью. Ваш опыт, актеров. Я говорю о смерти, а этого опыта у вас нет. И этого не сыграешь. Вы умираете тысячи случайных смертей, но у них нет той вытесняющей жизнь силы. И ничья кровь не стынет. Потому что даже умирая, вы знаете, что вернетесь. И никто не приходит после смерти. Никаких аплодисментов, только тишина и поношенные вещи. И это смерть. И если нам, что на роду написано, то и ему тоже. Если именно это наша судьба, то она и его судьба. И если нет никаких объяснений для нас, то и для него их не будет. Довольно, господа, довольно. Не льстите мне. Это было вполне заурядно. Видите? Вот то, во что они верят, и то, чего ждут. На минуту вам показалось, что я сжульничал. О, замечательно, замечательно. Я полностью, Павел, полностью. А ты тоже? Браво, браво. Бис, бис. Смерть всех времен и видов. От ран, под пытками, от удушения и голода. Клинки и яды. Двойная смерть на дуэли. Разминка и репетиция. Начали! Упражнение! У! У! О! О! А! А! Э! Э! И! 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 У! О! А! Э! 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 И! И! У о а э и ы, у о а э и ы, у о а э и ы. Прах.
выходы там и там. Кончается банальностью. Свет светит, пока есть жизнь. Но когда приходит зима твоих дней, темнеет рано. Нет, нет, это не для нас. Умирание не романтичное. Смерть — это не игра, которая скоро кончится. Смерть — это не то, что... Смерть — это не... Это отсутствие присутствия. Ничего больше. Бесконечное время, в течение которого нельзя выбраться. Дверь в пустоту, которую не видишь. И когда там поднимается ветер, он не производит никакого шума. Значит, все, видимо, а? К чему все это было и когда началось? Чего нам тут торчать, а? Я имею в виду, никто не придет и силком не потащит нас. Обождать придется. Мы еще молоды, у нас еще годы. Мы в соку. Мы же ничего дурного не сделали никому, правда? Я не помню. Ну что ж, с меня хватит. Говоря откровенно, так даже проще. Наши имена выкрикнуты на каком-то рассвете. Распоряжения, приказы. Должно быть, был момент тогда, в самом начале, когда мы могли сказать «нет». Но мы его как-то упустили. Резин, Гильден, ладно, в следующий раз будем умнее. Вот вы меня видите, а вот... Прощайте, я очень рад был быть. Горел огонь, шли корабли на обнаженные тела. Стекала потока любви, и в рамах стыли зеркала. И мы сгорели на земле, оставив небо для других. Жизнь одинакова права. Нет плохих, но только с каждым днем финал. Все ближе, что ты скажешь мне, когда мой черный силуэт в твоем появится окне. Прижмись ко мне в последний раз, твой запах до смерти родной. Мы уничтожили следы, но он останется со мной. В груди гуляют сквозняки, но только осень не причем. И не друзья, и не враги, и не простил, и не прощен. И мы сгорели на земле, оставив небо для других. Жизнь одинакова, нет плохих, но только с каждым днем финал. Все ближе, что ты скажешь мне, когда мой черный силуэт в твоем появится окне. Yeah.
черный.